Глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил президенту США Дональду Трампу о своем уходе в отставку во время встречи с американским лидером. Причина – расхождения взглядов по ряду вопросов. Об этом свидетельствует текст прошения об отставке, поданного министром обороны. Новость не стала неожиданностью. О скором уходе Мэттиса заговорили на этой неделе, когда Трамп объявил о выводе американских военных из Сирии. Президент сделал это заявление, несмотря на многочисленные возражения со стороны руководителей Пентагона и союзных стран. Министр обороны Джеймс Мэттис покинет свой пост в конце февраля, написал в своем твиттере Дональд Трамп, поблагодарив Мэттиса за его службу. Имя нового главы Пентагона Трамп обещал назвать в ближайшее время. Ряд сенаторов от Республиканской и Демократической партии выразили обеспокоенность в связи с решением министра обороны. На этом фоне появились сообщения о том, что Трамп приказал Пентагону подготовить план вывода из Афганистана около 7 тысяч американских военных.